Всем привет! Видео с подоконника, сайт «Дом пряжи». Сегодня показываю очередные виды пряжи из нашей июньско-июльской поставки. Сразу говорю, что у нас будет полное видео в разделе телевидения, а в сторис чуть позже и в аккаунте разместим более короткий вариант. Так, поехали. Это ленточки разных составов. Все их можно посмотреть в разделе «Фантазийные пряжи» или в разделе «Новинки июнь-июль». Смотрите, какие они интересные. Это всего 4 вида артикул. Вот показываю. Сирена. 240 метров 100 грамм. Вот я даже образцы связала. Вот смотрите, такая красота. Голубой джинсовый молочный меланж. Это милитари. Очень крутецкие майки могут получиться на лето. И полуверы редкой вязкой. Вообще интересные. Те, кто вяжет мужчину, мужчина носит. Тоже идеальный вариант. Посмотрите, какие цвета, очень такие спокойные, неяркие. А это вот прям такая ми-ми-ми, такая нежность, такое шоколадно-клубничное мороженое. Но цвета здесь приглушенные, неяркие, все очень мягенькое, все вот эти виды пряжи, они все мягусенькие. Вот такое мне напоминает такое, знаете, шоколадно-клубничное мороженое, малиновый щербет. Вот так она вот ложится в полотне.